Так, всем привет. Сейчас запущу демку. Так, что меня слышно, видно? Привет, да, видно, слышно. Ага. Так, что, давайте тогда пробежимся по контролю по-быстренькому. Кратенечко. Я, наверное, расскажу, что я ожидаю увидеть. Я пока что еще не смотрел. На этой неделе, скорее всего, гляну. Вот. Что я ожидаю увидеть в ответах на разные задачки. И давайте по порядку. А, кстати, что как вам контрольное? Что как казалось сложным, несложным? Как это фидбэк? Не, ну в целом, мне она показалась несложной, но я как бы скорее на, вниматель... на невнимательности про это обложил. Mm -hmm. Ну да, здесь бывает такое, да, типа подловить. В целом... Ну в целом. Mm? Ну это вот все, что я хотел сказать. Mm -hmm. Что давайте тогда сразу первое задание. Вот у нас есть кннка, здесь обычная кнн с весами просто берем, усредняем соседей и докидываем им веса в зависимости от расположения, от расстояния там до объекта, на который мы смотрим. Вот у нас как-то учитывается расстояние. Вот. И здесь надо заметить вот эту вот штуку. Это индикаторная функция, и она будет равна единице для первых 10 соседей. То есть там при i от, от 1 до 10 а для всех остальных она будет равна нулю. То есть, если мы говорим, что пусть у нас будет k равно 20, то есть мы смотрим на 20 ближайших соседей, но вот эта штука занулит веса соседей с 11 по 20. То есть, иными словами, у нас при k большем 10 все будет ровно точно так же, равно-равно как К равно 10. У нас всегда будет 10 ближайших соседей. Вот из-за вот этого индикатора. Вот можно даже не смотреть на то, как здесь с весами что-то происходит. Неважно, что там возрастает, убывает, как учитывают соседи. Вот. Ну и дальше, собственно, вопрос. При k равном единице на обучающей выборке будет единица. И да, все так. Мы первого соседа тут гарантированно учитываем. Все. При k равном l, то есть размер выборки, ну вот мы обсудили уже, что при k равном l будет то же самое, что 10 соседей. А 10 соседей – это не константная модель. У разных айтемов есть свои какие-то 10 соседей. У обычного КНН -ки К равное L даст константный прогноз, потому что вот у вас вся выборка, и вы для каждого нового объекта на всю выборку смотрите. По всей выборке ответ одинаковый всегда. Ну, там, для классификации это будет самый популярный класс. Ну или есть там с весами, то самый популярный класс с учетом весов для любого объекта нового. Так что вот здесь тоже дается, да, что вы скажете, что здесь соседи, и здесь вот да, а здесь нет. Вторая задача мопе и мое. Ну, тоже типа. А кстати, а кто как ответил вот про данные? Я прям конкретные примеры дал, когда это, то есть там. Mm -hmm. Ну, то есть, okay. вот я буквально расписал, почему, в каких данных так получится. Я не сказал примеры, но, типа, при каких как-то, типа, параметрах вот это может случиться. Mm. Вот. Ну, что, как связаны мопе и мое? А, по сути, мое – это вот так. То есть, иными словами, мопе – это нормализованное на размер таргета мое. Все. Вот это вот и есть буквально связь. И единственный вариант, когда гарантированно МАПЕ и МАЕ совпадут, это когда у вас на всей выборке, то есть как это там, а, типа вот так вот, типа любые, любые крытые всегда равны единице, константная выборка. Вот тогда и только тогда МАПЕ и МАЕ в точности совпадут. Потому что у вас здесь в знаменателе всегда будет единица, и у вас всегда дробь будет становиться просто вот такой. А, извините, а действие милость виду, что а, когда что верхнее выражение, может быть 0 равно но в 5 тоже совпадет. О, еще раз не понял мысль. Ну, когда сейчас числитель получается равен нулю, они же тоже совпадут, они оба по нулям будут. Ну это, mm, ну то есть типа нулевая. Так, да, ну это раз, когда. Не, ну тут вопрос-то идет на каких данных, mm. не с какой моделью. Понял. Это... Это ты говоришь о том, что у тебя А должно быть равно в точности Y. Yeah. То есть модель хорошо обученная. Mm -hmm. Вот. А okay. тут речь... Mm? Мы здесь на Y делим, ну, в смысле, на количество именно классов, а не, а не на значение класса. Ну, как бы просто за записано, как будто бы это не, не количество. Mm -hmm. Так, немного не понимаю, но вот типа вот так. Все Y. -ки. Нет, то есть мы That... из А вычитаем Y. Э, ну, как бы как именно значение, там значение этой переменной. Ну да. А мы тоже на Y, но здесь это уже количество. Нет. Нет. Нет, нет. В мопе. Ну, в чем смысл в мопе? В том, что типа это процент, это доля. То есть э, алгоритм сказал, что прогноз 0,5. Правильный ответ на этом объекте – единица. И тогда у нас будет… Сколько у нас абсолютной, абсолютная ошибка? Ну, типа 0.5 минус 1, но это все равно 0.5 будет. Это мое. А мопе – это мы вот это вот 0.5, прогноз мое, нормируем на величину таргета. То есть на единицу в данном случае. И будет опять же 0.5 мопе. Но если бы было, а скажем... Если правильный ответ 0. А, ну, вот здесь 0,2, а вот здесь 0. И что у нас получается в числителе? Ну, 0,2 минус 0 будет 0,2. Разделить на 0. Но вот такую штуку мы... А, на 0. На 0. Ну нет, типа можно на 0. Он просто выдаст 0. Всегда 0. Но нет, тогда такой функционал смысла не имеет. Нет, мы такое запрещаем. Если у нас правильный ответ, например, все будут всегда нули, и вот здесь вот у нас тогда всегда в знаменателе будет ноль. Тогда у нас вся, весь функционал тогда сразу сходу будет ноль. То есть все, у нас идеальная модель. Мы даже обучаться не будем никак. Из нуля некуда идти. Он скорее бесконечность дает. Ну, ну типа, огромное число. Поделить а не... на ноль это это же все что угодно дает. Просто по-моему обычно типа если делить на ноль то вроде библиотеки библиотеке ноль выдают. Нет разве? Не помню точно. Не уверен. О, окей, я понял. Спасибо. Вот то есть гарантированно мы получаем равенство мое и мопе, когда у нас здесь знаменатель всегда стабильные единицы. Потому что тогда мы знаменатель тупо убираем, а если мы уберем отсюда знаменатель, то у нас всегда будет, у нас будет просто формула мое. Да, эта выборка, она, конечно, хреновая, мы на ней ничего не обучим нормально, потому что у нас, типа, только один класс. Ну, или если это регрессия, то только одно значение. Но, типа, вот именно такая выборка. Так, дальше. Есть у нас какой-то функционал. Что с ним не так? Почему он плохой? Тут, в принципе, какие, какие здесь есть вообще проблемы? У нас вот здесь вот Предикт минус... Ну, таргет минус предикт. То есть это отклонение таргета от предикта. Э, И если оно меньше 100, то мы, по сути, делаем MSE. Но а что если y минус z больше или равно 100? Тогда получается вот здесь вот индикатор, он становится нулем. Правильно? Правильно. И у нас функционал становится равен нулю. Где карандашик? А, блин. Тогда получается, что при этом у нас l равен нулю всегда. И это получается, тогда мы, у нас нет никакого обучения, то есть у нас большая ошибка, то есть y минус z, то есть это когда, например, z равно, там, не знаю, 1000, а y равно 100. Наша модель очень сильно промазала. И у нас отклонение вот это вот y минус z будет 900. А наша функция потери скажет, что здесь потери нулевые. Идеально. То есть, по сути, мы здесь этим индикатором все портим. И что можно сделать? Как вариант, можно вот этот индикатор просто дропнуть и сказать, что все, у нас будет MSE обычное. Другой вариант, можно добавить сюда еще один индикатор, который будет вот что-то такое, типа минус Z больше или равно 100, ну, плюс. И предложить какую-то свою там, можно ту же самую предложить, но тогда, типа, смысл, можно просто убрать индикатор. Можно предложить, я не знаю, там, просто y минус z будет э, мое. То есть, типа, в районе от минус 100 до 100 при ошибке у нас будет MSE. Э, а от 100 больше ошибка, по модулю, у нас будет мое. Типа как Хубер. Только Эпсилон равен 100. Вот прям ровно то же самое тогда получается. В общем, тут реально, тут уже ваша фантазия. Но в любом случае, главное заметить здесь, что слишком большая ошибка просто-напросто не карается. И обучать такую модель совершенно не получится, что если ваша модель изначально выдаст большую ошибку. Вы скажете, что у нее нулевой лосс. Дальше. Какие есть критерии разумные для остановки спуска? Ну вот что здесь написано. Здесь мы говорим, что если у нас веса это вектора, и мы берем вектор весов, берем на текущем шаге вычитаем из него вектор весов на предыдущем шаге, мы получаем вектор изменения весов. Если у него норма становится очень маленькой, то это значит, что веса очень очень мало изменились за последнюю итерацию спуска. И это разумно. То есть если у нас веса уже почти не меняются, то это означает, что мы ну, очень близки к минимуму, и мы можем захотеть остановиться. Дальше. Что у нас вот здесь происходит? Здесь у нас норма весов меньше эпсила. Это норма или не норм? Кто как ответил? Мне кажется, что не норм. Да, это не нормально, потому что мы не знаем, где у нас минимум. И, да, соответственно... да. Uh, у нас веса могут быть сколь угодно маленькими. Представим себе, что у нас выборка там из каких-то миллионных долей. То есть у вас каждый признак это он очень маленький. Ну, вы не нормализовали данные, не привели их там от, на отрезок от нуля до одного. И у вас тогда веса могут быть там в десятые знаки после запятой. Сколько присижено хватит питону хранить э, цифры? Вот столь угодно, но маленькая у вас может быть норма, и при этом это будет хорошая модель. Вот, может даже спуск еще заканчивать рано. Поэтому вот эта штука это бред. Дальше э, сумма весов. Ну это, ну это очевидный бред, как бы, потому что если мы просто сложим два вектора весов, то интерпретации у этой штуки уже в принципе ноль. То есть это сумма двух векторов весов, и мы берем ее норму типа большие веса. Это вот тогда можно свести вот к этому случаю что типа на двух шагах веса слишком большие. Ну, они могут быть сколь угодно маленькие. Типа окей. Дальше. Функционал у нас по модулю стал меньше эпсилон. Но это значит, что если у нас ошибка стала слишком маленькой, ну, мы говорим, что мы там хотим мое получить не больше одной тысячной. Если у нас все на какой-то итерации стало уже меньше 1000, то мы говорим, что все good, мы заканчиваем, мы получили нужное качество. Типа, окей. Okay. Дальше. Разность метрик, ну или лоссов. У нас здесь меньше эпсилон, ну, типа, окей, okay, изменение получается лосса. Тоже, в принципе, довольно-таки разумно. То есть у нас лос почти там перестал меняться. Мы там говорим, что меньше там 10 минус 6. что, если у нас теперь все, параметры уже обновляются настолько мало, настолько слабо, что лос почти не меняется, то ну все, останавливаемся, мы уже очень близко к минимуму. И дальше вот эта штука. Что про нее написали? А, я написал, что тут, получается, мы уже проскакали минимум, потому что у нас уже начала снова расти функция потери. Соответственно, это ну, не особо хорошо, по идее. Okay. И... Мне кажется, тут остановится в начале, потому что э, при, ну, в начале спуска слишком больш... сильно изменяется функционал ошибки. То, что там большие скачки. Соответственно, он может даже на втором шаге остановиться. Mm, но здесь же речь идет о том, что на этом шаге функционал по сути больше чем на t минус первом то есть функционал начал расти значение ошибки mm -hmm. то есть типа если ошибка начала расти то это но это же то это не круто правильно uh -huh. по сути uh -huh. Uh -huh. по сути это как раз вот что-то из разряда Помните, в бустинге мы смотрели early stopping. Когда ошибка там перестала падать или начала расти, то вот в данном случае это early stopping с одним шагом. Если ошибка начала расти, то мы останавливаем э, там что угодно, в данном случае леденетный спуск, и говорим, что все, у нас на тесте ошибка начала расти. Это плохо. Вот, поэтому вот эту вот штуку... В принципе, типа, если вы объясните, почему вот эта штука может дать какой-нибудь баг, то без проблем я приму такое объяснение. Вот, но по дефолту кажется, что это разумный довольно критерий и он используется. Просто не в таком виде, в такой вид, он, он прям направлен на то, чтобы смутить при решении задач. Вы можете предпоследний еще раз пояснить, где вот э -э это? Разности, да? А, ну вот у нас есть э ошибка на шаге Т у нас есть ошибка на шаге t-1. Это просто число, это скаляры. Это, не знаю, MSE. MSE на этом шаге, MSE на t-1 шаге. И MSE вот на t шаге минус MSE на t-1 это разница в MSE. То есть насколько на изменилась ошибка. Мы берем еще и модуль, то есть это, это абсолютная величина, просто насколько она изменилась, и мы говорим, что если это меньше ε, то есть если ошибка меняется слишком мало, то мы останавливаем спуск и говорим, что типа все, Типа MSE уже меняется там в десятом знаке после запятой. Ну и зачем нам тогда продолжать спуск, если нам достаточно такого качества? Типа мы уже довольно близки к минимуму. Окей, мы, может, не прям в самой точке глобального минимума, но мы очень близко к ней. Ну да. Я просто подумал, что если две ошибки довольно большие, ну, да, типа на соседних шагах, то все еще стоит продолжать. Ну, видимо, не стоит. Ну, это, это, это именно критерий остановки, что меньше какой-то маленькой величины. Ну, вообще наперед заданный. Типа в зависимости от того, какой у вас функционал. Может, у вас функционал там сотнями исчисляется, и тогда у вас здесь будет там 100. Вот. Окей. Значит, это решено. Дальше. Дерево. Ну, с деревом тоже надо просто сразу для себя понять, что будет происходить. То есть вот у нас есть... Давайте сразу разберемся, что куда попадет. Разделим сразу выборку у нас есть первый предикат x2 больше или равно 5, и считаем, что в случае выполнения мы идем вправо. x2 больше или равно 5 у нас вот здесь. То есть вот это, если у нас там это, не знаю, x2, x1, то это у нас x2. Здесь у нас больше, условия выполнились. Ну и все остальное, соответственно, это x1. Дальше. Ну и соответственно здесь у нас ну, для x1. x1 больше или равно 2. Это вот эта вот штука. Это у нас там x3. Ну и вот оно у нас x3. Ну, это очевидный второй вариант. И здесь тоже x1 больше или равно 2. Оно вот оно. Это у нас получается нет, вот здесь x3, вправо же мы идем. Я глупый, да. И у нас здесь, вот получается, x4, вот оно, здесь тоже как бы больше и равно 2. Ну окей, разобрались, какие объекты куда у нас попали. Дальше. А... Только убрать надо это все. Чему равна энтропия той части обучающей выборки, которая попала в самую левую листовую вершину? Самая левая листовая вершина. Так, самая левая. Что у нас сюда попало? Давайте смотреть. У нас сюда попало. Так, у нас еще раз. Вот это ушло влево. Вот сюда. Да ведь, да, точно сюда. И дальше вот в самую левую у нас ушло то, где не соблюдается. То есть вот эта штука. И здесь получается два объекта класса минус один. Ну, типа помним, что само по себе там энтропия P log P. Ну, только там по классам, по I, P I, лог P I. И, по-моему, там минус стоит еще. И что мы видим, что здесь сразу сход, здесь, во-первых, только один класс, уже понятно, что вот из обычной логики энтропии, что если у нас остался только один класс, то у нас будет нулевая энтропия, потому что у нас здесь неопределенности нет вообще никакой. Но это можно и формально как-то показать, что вот у нас здесь логарифм есть, и у нас здесь P и T для этого единственного и этого класса, у нас здесь будет логарифм от единицы. А логарифм от единицы – это в точности ноль. Поэтому энтропия у нас здесь будет нулевая. Вот, короче. Так, я же правильно, да, по деревьям. Еще раз. Х2 да, больше, правильно. это влево. Х1 больше равно 2. Да, все, все, вот так, да. Энтропия нулевая. Прекрасно. Дальше. Чему равен прогноз дерева для объекта с признаками 3,2? Ну, тут просто смотрим. 3, 2. сначала по второму больше ли, больше ли пятерки нет не больше значит сюда идем тройка больше э, двойки или не больше конечно больше ответ плюс 1. все это говорит там и задание так на расслабиться немножко а как нужно изменить предикат в корне чтобы для объекта из предыдущего пункта прогноз изменился на противоположный чтобы из плюс 1 стало минус 1. Что нужно сделать? А, так, еще раз. Он попал вот сюда. Так, двойка да, сюда влево и тройка вправо. А, нужно, но ну, очевидно, нужно применять вот этот предикат. Нужно, чтобы ушло влево, чтобы условие вот это не соблюдалось. У нас здесь x1 равен 3. Значит, если мы поставим здесь предикат x1 больше или равно 4, тогда наш объект не вот сюда попадет, а вот сюда. И у него объект сменится, и ответ у него сменится ровно на противоположный. То есть заменить на, например, вот такой. Ну или там x1 больше. Ну, на самом деле, типа, логика такая. Любой ответ, который похож на этот, строго больше трех. Вот любой такой ответ принимается. А это разве предикат в корне? Вот это корень, вот это корень, вот это корень. Ну, то есть логика такая, что если мы изменим здесь предикат, то мы попадем в это под дерево, а здесь плюс один только ответа. То есть, как бы задание сделано так, чтобы не возникло путаницы, про какой корень идет речь, потому что если менять этот, то мы с плюс один наш ответ не поменяем на минус один, а надо изменить на Противоположный. Минус единичка, только одна, вот она. То есть, очевидно, менять надо вот этот предикат. Честно говоря, это не было очевидно. Как-то да. um, ну, То есть, видимо, мы проинтерпретировали, что корень это только вот больше равно 5, которое на вершине. Так. Не знаю, как так получается. Так, еще раз, я ведь точно да, классифицировал этот объект, что у нас x2 равно двойке. Здесь условие не соблюдается. Раз не соблюдается, значит влево. Тройка. Условие здесь соблюдается. Значит, идем вправо. Плюс один. Нужно изменить на противоположный. Противоположный только вот он. Вот здесь противоположного ответа нету. Значит, надо вот здесь вот поменять предикат на какой-нибудь вот подобный вот такому. Вот. И любые объяснения, которые приведут к смене ответа, я, в принципе, буду принимать. Типа, Какое бы вы там ни назвали, если в итоге будет минус единица вместо плюс единиц, то без проблем. Так, ну здесь вот такое, типа четвертое, прям трики. А кто что написал про вот это первое, про случайные деревья? Ну, типа, в принципе, там, хуже, лучше будет случайного леса. Вот ну, такая, я считал, что будет хуже. А если коротко, то почему? Ну, вот буквально я написал, за счет случайного выбора предикатов важные признаки могут быть не учтены. Как итог, модели, базовые модели могут оказаться недообученными, с большим байсом. А для бустрапа очень важно, чтобы байс был маленький. — Да, это, это правильное размышление, в общем-то. Здесь вот ровно про это задача есть. То есть у нас здесь есть бэкинг. Что делает бэкинг? Он у базового алгоритма оставляет смещение таким, какое оно было, и уменьшает разброс, если алгоритмы независимы. В случае случайного леса мы считаем, что у нас там леса ну, до определенного момента независимы, деревья. В случае случайных деревьев они тем более независимы. У них там случайностей вообще очень много. Поэтому у нас и для Random Forest, а, и для вот алгоритма со случайными деревьями у нас будет уменьшаться разброс у нашей ошибки. И весь вопрос в том, что у них со смещением. И мы знаем, что у правильно обученного решающего дерева у него смещение довольно низкое. А у дерева по случайным предикатам смещение очевиднейшим образом будет выше, чем у правильно обученного. Оно правильно обученное ровно буквально потому, что оно научилось каким-то правильным образом предсказывать нам нужные таргеты. То есть мы максимально там снижаем энтропию, делаем так, чтобы в листах оставались по возможности там, для бинарной классификации либо нолики, либо единички. Вот, то есть правильно обученное решающее дерево, наш базовый алгоритм, по смещению будет, ну, если не близко, не прям очень близко к идеальному алгоритму, то, ну, довольно близко. Вот, то есть смещение будет маленькое, а у случайных деревьев у них смещение будет здоровенное. И поэтому вот весь этот алгоритм на случайных деревьях будет хуже случайного леса. Просто за счет того, что э, смещение у случайных деревьев больше, чем смещение у хорошо обученных деревьев. А разброс у них у всех будет снижаться. Вот примерно такое рассуждение и ожидается. Дальше. Градбуст. Ну, здесь дана, в общем-то, довольно спокойная формула, то есть она в какой-то мере близка к истине. Но что здесь нужно? А, у нас вообще как же по формуле-то было? А, там было типа b, -N x и то есть это именно для b, n дерева, минус, минус s -ты, ну, тоже для x и Вот. А, и дальше как мы искали эти s и это у нас минус производная функционала, y ты и z. И dz. И при этом в точке, где у нас z равно ответу всей композиции до n минус первого дерева. Мы же n- обучаем. Ну вот, x и вот. Ну, и то есть, по большому счету, первая ошибка она находится вот здесь. То есть у нас здесь должно быть y и t, z. А здесь должно быть z равно an минус 1. x и t. Вот что будет, если вот, вот этой функцией воспользоваться? Вообще, в принципе, довольно сложно понять, вообще это производное чего и почему, но как будто бы Здесь что-то типа производной ошибки n-1 N модели. Я даже себе выписал, потому что вообще сложно понять, есть что от вас не требуется здесь указать производное чего это. Типа достаточно сказать, что достаточно заметить, например, что здесь берется в точке таргетов. То есть это уже некорректно, мы уже идем не в том направлении. То есть это уже остатки неправильно считаются или что-нибудь такое, здесь любую достаточно найти и любую какую-нибудь брезятину указать. Вот. Но, в принципе, здесь что-то типа производной ошибки минус первой модели на всех данных в точке таргета. И получается, типа мы смотрим, как меняется функция потерь для такой ошибки в зависимости от таргета и в точке, собственно говоря, таргета типа оптимум здесь будет что-то типа числа, которое минимизирует таргет в зависимости от ошибки b n b, n минус первого дерева. Во. Вот что-то такое. Бредятина лютая. Фуф. Поэтому надо переписать формулу по-нормальному. Вспомнить, что мы гарантированно не считаем, во-первых, в точке таргета, мы не считаем по bn-1 дереву, типа зачем нам считать какие-то там остатки для предыдущего обученного дерева. Нас интересует вся композиция. Вот, это один момент. И второй момент, обычно мы пишем что-то типа там l от там, bn и Si. В данном случае уже раскрыто, то есть у нас здесь минус стоит. Это значит, что у нас здесь какая-то формула, какая-то функция потерь уже используется. И вот вопрос какая. И самый простой способ это сказать вот так. Это MSE становится. Ну, тут типа абсолютно уже ваше усмотрение, какая, какую здесь функцию потерь вы увидите. Но в любом случае надо сказать, что здесь там какой-нибудь квадратик, что это уже готовая функция потерь. И мы минимизируем ее эту функцию. То есть мы минимизируем на самом деле L. И L это вот эта вот вся функция. Вот по BN. -тому. То есть ищем наиболее оптимальное дерево, которое ляжет вот сюда. То есть даст мне лучшие остатки. Предскажет лучше всего остатки. Короче, как-то так примерно. Естественно, что рассуждения, которые там плюс-минус вот о том же самом, они все будут приняты. Фуф. ну и остался рок-аук. Что с рок-ауком у нас здесь? Ну, у нас здесь, кстати, уже отсортированная, правда, по возрастанию выборка. Поэтому что здесь можно сделать? Нам сначала надо построить рок-кривую. И рок-кривую можно строить по-разному. Вы можете, конечно же, там брать пороги, считать там, false positive rate, true positive rate, а можете пользоваться читами. Чего здесь можно заметить? У нас единичек сколько? 4. И минус единичек тоже 4. Вот у нас здесь есть что у нас здесь есть: false positive rate и true positive rate. Делим на 4 части. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Здесь единица. 0. Раз, два три 4. Здесь единица. Дальше. Теперь мы идем в обратном порядке, получается, да ведь? А, так, вверх. Ну да, да, в обратном порядке мы отсортировываем по убыванию вероятностей. Так ведь, как он там рассказывали на семе. Да, да. Дальше. А, что мы, как будем рисовать, как мы будем жульничать? У нас, если мы делаем, если мы... Разворачиваем вот сюда и идем вот так вот. Смотрим. У нас третий у нас плюс единичка. Делаем шаг вверх. Минус единица. Делаем шаг вправо. Плюс один шаг вверх. Плюс один шаг вверх. Три минус единица. Раз, два, три. Шага и плюс один шаг вверх. Вот мы прибыли в точку 1-1. Вот так можно в принципе изи построить рокаук. Главное просто по убыванию идти вероятности, ну DX-тых ну, ответов модели. И на плюс единички делать шаг вверх, на минус единички делать шаг вправо. Все, вот мы построили. Ну и надо найти вот эту вот всю штуку. Ну и несложно понять, что здесь у вот этой штуки что у нас будет? У нее стороны 0.5 и 0.25.

Правильно, правильно, да. Все, рокаук 0,625. Нашли. Дальше. А при каком значении к нулю порога Т а, у нас вот эта вот шляпа имеет максимальную полноту. Окей. Давайте перебирать пороги. А, помним, что такое полнота. Тут не нужна формула типа true positive, поделить на true positive плюс false positive. Нафиг оно надо. Полнота это вот для такого порога, что здесь будет? Мы вот здесь всем присваиваем плюс единицу. И полно, полно, точность, да ведь? А, максимальная полнота. От фута, я туплю. А максимальная полнота у нас. Что это у нас? Это доля правильно найденных единиц. То есть. Если мы здесь нашли, там, раз, два, три, четыре, четыре а, нашли. И получается... Ой, сколько у нас здесь полнота получается? Давайте. Правильно найдены единицы. А тут единичка же нет, разве? Ну, в смысле, полная. Да, доля найденных единиц. Да, все мы все нашли. Мы все нашли единицы. А precision здесь был бы, получается, что-нибудь типа 1-2. Да, получается. Так ведь. Ну да, доля правильно найденных единичек. А здесь доля всех найденных единичек мы все нашли. Типа, и уже, сразу сходу понятно, что если мы поставим такой порог, то у нас будет максимальная полнота. И нам, получается, надо найти такой порог, который близок к нулю максимально. Вот, и давайте там сразу сходу так посмотрим. Если мы после нуля что-нибудь глянем, то вот в этом случае у нас какая будет полнота? Но мы уже гарантированно не нашли одну единичку. Уже меньше единицы полнота будет. Потому что вот для этого объекта мы минус один дадим. Потому что он меньше порога уже теперь будет. То есть получается, как бы единица – это наш оптимум. Вот здесь, тем более, мы вот эту вот все единицу уже никогда не вернем. То есть любой порог, который будет дальше, он уже гарантированно нас приведет к тому, что рекол будет падать, а пресижн будет расти. И вот пресижн будет максимальный вот здесь, на этом пороге. Потому что здесь одна плюс единица останется. А рекол будет максимальный вот на этом пороге, когда мы все плюс единицы нашли. И нам нужно максимально близкий к нулю. Максимально близкий к нулю это, собственно говоря, минус 0,1. То есть при пороге, что типа у нас а, bx больше или равно минус 0,1, больше или равно это как раз, что мы слева ставим засечку. То есть ну, вот эта точка входит. Вот при таком пороге, при таком индикаторе у нас будет максимальная полнота. Все. Это ответ. И дальше, чему будет равен рок-аук на этой же выборке для модели? И здесь мы возводим в квадрат и вычитаем 0,3. И тут надо запомнить. А, кстати, что-нибудь скажете, типа, как вот с такими штуками жить? Что с ауком случается, когда мы к нему что-нибудь применяем, там, к вероятностям или к ответам модели? Ну, все зависит от того, изменится ли у нас как-то вот это вот ряд и знаки по-моему, этих BX. Если не изменяется, то ничего не поменяется. Да, да. Как я показывал, вот, что мы можем типа отсортировать в обратном порядке, пойти, и весь рок-аук это будет... То есть вообще мы забиваем на то, какие здесь конкретно значения. Мы просто отсортировываем в обратном порядке и идем вверх, вправо, вверх, вверх. То есть очевидно уже, что из такого построения, что если мы вообще не смотрим на эти числа, мы просто отсортировали вот это, и соответственно соответственным образом ответы, таргеты. И теперь мы только таргеты используем. То есть, очевидно, нам плевать на самом деле на величины. И если мы делаем какое-то монотонное преобразование, а самый простой пример это прибавить число или вычесть число, то у нас порядок не меняется. Еще там говорят, что рокаук это доля инвертированных пар. Вот. И это будет вот ровно про то же самое. Если у нас B, ответы B изменились, но порядок не поменялся, то получается ничего вообще не произошло. То есть весь вопрос в том, поменялся ли порядок. И здесь на самом деле вот для всего понятно, что он не поменялся, кроме вот этого. Но на самом деле, если мы возведем в квадрат всю вот эту выборку, то у нее порядок не поменяется, потому что минус 0,1 так и останется в самом начале стоять. То есть, типа, окей, станет с плюсом, но все равно там будет сколько? Типа, 1 со... сотая. А вот здесь будет э, сколько? 9 сотых. То есть, ну, не изменилось. И если мы вычтем еще при этом после этого 0.3, то очевиднейшим образом порядок не поменяется, поэтому рок-аук такой же. 0.625. Вот, короче, о, примерно так о, ожидается, что будут какие-то такие рассуждения по всей контрольной. Есть какие-нибудь вопросики? Если пока считал руководство в одном месте ошибся, и незначительно он отличается от ответа. Ну, типа, ну, я, я... я просто считал не через 4, а вот, ну, как честно. True positive rate, false positive rate. Ну, full я, наверное, не поставлю за это. Ну, типа, вопрос в том, чтобы число получить. Но, типа, за старание я посмотрю, насколько там ошибка, насколько она там критична. Но, в принципе, если там все разумно, то типа, не фул, окей, okay, но поставлю. А... Не знаю. Как... А, не, а вот такой вопрос. Я просто посчитал по факту обратную величину. Я один минус а урок посчитал. <laughs> Потому что я шел по возрастанию, а не по убыванию. Uh. Ну, это косяк. Да, вот, я, это, я Это как бы... Вот, вот сложно, это всегда в проверке сложно, что mm -hmm. с одной стороны надо... То есть здесь ожидается число конкретное в ответе. Поэтому, если нет числа, то как будто бы задание не решено. Но с другой стороны, ну, как бы, типа, чек, что-то сделал. В данном случае там один минус АУ, Ну, казалось бы. Поэтому, типа, ну, не фул будет, но что-нибудь будет. То есть я посмотрю, есть там реально, типа, разница в один минус, то там будет, ну, почти фул. Типа, Эпой, мы не будем обесценивать тех, старания тех, кто правильно посчитал э, в точности. Вот, но и, типа, не будем недооценивать, что человек там что-то пробовал, старался, и там, может, где-то, да, лжанул, но ну, бывает такое по жизни. Типа, не знаю. Окей. Okay. Ну все, если тогда нет вопросов, то сворачиваемся и переходим мы дальше. Что там дальше было у нас? А, я говорил про XGBoost. Меня в прошлый раз просили посмотреть, что же там в XGBoost происходит. Я там коротко сказал, что у нас там было про вектор сдвигов и типа, что за фигня. Я говорю, ну вот функционал посчитается по-другому, и из-за этого критерии информативности по-другому. И вот что же это такое за зверь? Вот как считается функционал у их джибуста. Это обычный лосс, ну, вот тот самый, вот самая первая функция потерь. Дальше. Это регуляризация по количеству листьев. То есть мы смотрим просто, сколько листьев у нас получилось, и говорим, что если много листьев, то плохо. Ну, в зависимости от того, сколько у нас здесь весит, как это буква называется, в общем, в зависимости от вот этого коэффициента. И вот здесь вот штука, она как раз про веса ну или в данном случае из джебуста это не веса, это прогнозы. То есть в зависимости от того, какие прогнозы в каждом листе, прогнозы именно э, де дерева в листе, мы можем карать за слишком большие прогнозы. Вот такой прикол. Такое в обычном бустинге такого даже близко нету. Но э, в чем прикол? Прикол в том, что типа есть дерево. И в бустинге этих деревьев может быть там тысяча. И каждый отдельный лист каждого отдельного дерева должен вносить минимальный вклад. То есть мы не хотим, чтобы какой-то отдельный лист давал слишком много в итоговый прогноз. Потому что тогда мы будем склонны очень сильно к переобучению. Потому что одно отдельное дерево может получиться фиговым. Оно может подстроиться под какой-нибудь выброс. Мы этого не хотим. Поэтому вот вводится такая штука, которая карает за слишком большие прогнозы в листах. Вот. А, так. Что там дальше нашел? Вот здесь вот, кстати, в... вообще вот на этом сайте, Итмошном, довольно прикольно объясняются алгоритмы. И в данном случае, во-первых, красиво объясняется, как работает бустинг, типа вот такой вот фигнюшкой. Что вот первая модель, вот вторая модель, вот третья, четвертая, пятая. Как они вот идут по МСЕ. И здесь отдельно показывается а, про бустинг. Причем здесь вторые степени, то есть э, оптимизация второго порядка. То есть э, мы говорили, что в бустинге, в XG-бусте используется оптимизация второго порядка, и вот типа откуда она там вообще взялась. И берется это из разложения. Из нашей изначальной, вот той самой, которую я вам показывал, функции потерь в ряд Тейлора. Вот оно идет разложение. И здесь возникает вот эта вот штучка H. Это H, это и есть вторая производная. Мы ее находим и лучше оптимизируем функцию потерь. Вот банальный ответ, откуда она взялась. Вторая производная. И, наконец, есть чудесный материал Соколова из курса «Машинное обучение 1». И здесь прям выводится. То есть вот мы начинаем с остатков. Вот у нас здесь МСЕ обычная. Ну, вот у вас в контроше вот, вот буквально вот эта формула была. Просто с ошибками. Вот, и дальше провод... делается ровно то же самое. Раскладывается сначала в ряд Тейлора, лора Находится как раз вот оно, вторая производная. А дальше показывается, что можно это всю шляпу оптимизировать. Оптимизировать. Вот у нас новый функционал появляется, который абсолютно идентичен предыдущему, там с точностью до константы. И наконец появляется здесь регуляризация и выводится то, как функционал новый влияет на критерий информативности. Здесь приходит к выводу, что вот, можно использовать критерий информативности, основанный на вот как раз-таки остатках и вторых производных, а также на коэффициентах регуляризации для количества листьев и для величины прогнозов. И вот этот критерий информативности, он как раз-таки учитывает то, в каждом листе, какие объекты попали. Как я вот в прошлый раз и говорил. Вот. Типа, можно это здесь подробнее почитать, или просто если, типа, nope, то можно поверить на слово, что вот такая красивая штука выводится, и она работает в XGBoost и дает прирост. И еще я тогда не сказал, и здесь, к слову, это тоже не написано, что в их же пере... по дефолту не перебираются все возможные пороги для какого-то признака, а берутся перцентили этого признака и перебираются перцентили. Вот. И это, типа, очень сильно ускоряет. Вот, короче это то, что касается долга, так сказать, и у нас осталось немного времени на кластеризацию. У вас же была уже, да, кластеризация? Да, две А что, у вас остались какие-то вопросы? Потому что сейчас мы пробежимся, типа, ну вам же рассказывали там про Каминс, ДБСК, э... да. как это, Агломерейтив, забыл, как эта фигня называется. Вот. Mm -hmm. Ну окей, тогда что, Каминс? тогда не будем сразу как-то расшаркиваться, какие-то там введения. Что делает Каминс? Вот у нас есть какая-то выборка. Там вот у нас там вот один кластер на самом-то деле в реальности. Там каким-нибудь другим цветом. Вот здесь вот какой-то кластер. И еще вот здесь вот какой-то тоже кластер. Идеальная выборка, никаких выбросов и шума у нас нет. Все идеально кучкуется. И что делает Каминс? мы просто мы говорим там ему мы хотим видеть мы хотим разбить вот эту всю штуку на там три кластера он говорит без проблем берет инициализирует каким-то рандомным образом давайте другим цветом какие-нибудь там три точки вот так раз вот так два вот так три дальше он ищет э, расстояние до всех остальных точек и на этом основании он пересчитывает новый центр то есть вот это это три изначальных центра кластеров он ищет расстояние, на этом основании он пересчитывает новые центры и сдвигает их. Этот, например, сдвинется там куда-нибудь сюда, этот сдвинется куда-нибудь сюда, этот куда-нибудь сюда. Вот. Ну, вам-то все Женя по-любому показывал, рассказывал, у вас там прямо горит, был. Вот. Дальше еще раз пересчитываем, сдвигаемся вот сюда. Еще раз пересчитали, сдвинулись вот сюда. Пересчитали и в центр. И таким образом, э, с хорошим стартом, мы гарантированно сойдемся куда-то, то есть там спустя n итераций мы упремся в то, что уже изменений больше не будет. Этим каминс хорош. Вот, но каминс э, хорош вот ровно на таких данных, когда вот у нас есть раз кластер, два кластер, три кластер. Если бы у нас были бы данные, мы там дальше посмотрим, которые не так хорошо вот просто отдельными кусками расположены, то тогда каминс начинает ложать, потому что каминс ищет центр и получает центр на самом деле шара ну, окружности. И всегда вокруг него точки будут располагаться окружностями. Вот. чего го смотреть. Все за нас уже реализовано. Там есть что в конце ноутбука, каминс реализован, поэтому как не будем, наверное, останавливаться прямо в подробностях, как на пересчет расстояния идет. Вот. Там все это уже, на самом деле, запрогано. Сейчас он импортирует. У меня что-то долгие импорты. Не знаю почему. что у меня в Юпитере какая-то фигня происходит. О, а, все, готово. Ну вот, у нас есть данные. И. Ну, это ладно, это фигня. И каминс хорошо справился. То есть мы сказали ему, что мы хотим видеть три кластера. Ну, потому что мы создали данные изначально, на самом деле, с тремя кластерами. Вот. Мы говорим ему выдели. Он выделил. Дальше. А если мы не угадаем с количеством кластеров, то у нас будет, ну, типа два кластера. Ну, вот он нашел, что здесь центр, где-то, наверное, вот здесь. И вот он вот так вот по окружности вписал. А вот здесь вот, вот здесь центр. Все, вот так. Три кластера хорошо. Четыре кластера, это значит, что он здесь поставил центр, здесь центр, и вот здесь два центра. Ну, он, ему сказали четыре. Он вот четыре нашел. То есть любой другой мог бы тоже разделиться. И вот в дальнейшем, если на шесть посмотрим, то вот они оба везде вот здесь вот по два стало. Дальше будем увеличивать, станет три. И так далее. То есть с Каминсом проблема в том, что мы изначально видим какие-то данные, мы хотим какими-то просто, какими-то простыми линейными способами посмотреть на то, сколько кластеров может быть найдено, но мы должны дать алгоритму количество кластеров. И тут получается, что мы, что мы можем сделать? То есть, ну, дальше будет силуэтная оценка, но вам по еще раз, вам рассказывали про метод локтя. Да, что-то было. Вот, что мы считаем э, расстояние до центров кластеров, это будет число, и потом мы эти числа откладываем на графичке. Там у этого у Каминса Эскалерновского есть такая штука, называется инерция, э, такой прям атрибут. Эскалерн, mm, Каминс. Так. У него должен должна быть вот оно, вот оно суммы квадратов расстояний от сэмпла до ближайшего центра кластера. Вот это ровно то, что необходимо, ну там она еще взвешенная, вот берем инерцию эту и агрегируем ее, смотрим, откладываем на графике, и в итоге получится так, что у вас там будет что-то типа, сначала у вас он будет как-то вот так вот типа довольно явно падать, а потом начнет мало падать. То есть, когда он будет явно падать, это означает, что мы ввели прям нужные кластеры. То есть, до этого он там классифицировал... Сейчас я сдвинусь вверх. Вот, вот в таком случае, где когда два кластера у нас здесь, то у нас расстояния довольно большие вот отсюда. Вот здесь вот очень большие расстояния. Поэтому, если мы вводим еще один кластер, то теперь у нас все расстояния стали поменьше. И вот мы оказываемся, на самом деле, где-то вот примерно, да вот, наверное, в этой точке, когда у нас расстояние становится минимальным. Вот здесь они становятся меньше, но уже не принципиально меньше. Вот здесь вот было вот так. А стало, ну, вот так. Типа, стало ли меньше? Конечно, стало. А, стало ли лучше? Да уже не принципиально. И вот на таком бытовом рассуждении, это вот типа сравнение, почему так вообще происходит. Мы говорим, что вот типа на локте, когда резкие изменения перестают происходить, вот тут у нас резко-резко-резко, а вот тут, ну, типа, уже так по чуть-чуть. И вот здесь вот где чуть-чуть, вот здесь мы и говорим, здесь оптимум. Это первый способ того, как можно посмотреть, сколько же оптимальных кластеров. Но для этого получается необходимо обучить, там, не знаю, там от 1 до 10 кластеров. На больших выборках, ну, камин, конечно, быстро работает. Вот, но, может быть, все равно это не круто. Потому что, ну вам, опять же, надо все равно угадывать, сколько кластеров. И второй способ оценки это индекс силуэта. Вот для, есть для него формула. По сути, он оценивает среднее расстояние от конкретного объекта до ближайшего кластера и до своего кластера. Вот, берет он все это, агрегирует, и получается у нас коэффициент от минус 1 до 1. Они уже есть в эскалерне, эти оценки, поэтому здесь тоже несложно. Берем просто с разным количеством кластеров от 2 до 15, учим, делаем предикт, считаем силуэт, и дальше смотрим и ищем максимум. И в данном случае максимум будет для трех кластеров. Все равно то же самое. На самом деле логика очень похожа на то, как было с локтем. Там просто расстояния немножко хитрее считаются. До своего и до чужого ближайшего. Вот. Это что касается Каминца. Окей? Да. Супер. ДБСкан дальше. Крутая штука. В Дебаскане у нас совершенно другая идея. Мы здесь теперь не вводим количество кластеров. Он теперь найдет кластеры сам. Как он, будет, как он это сделает? Есть у нас точка в данных. Вокруг этой точки как бы очерчивается окружность радиуса ε, типа r и r равно ε. А дальше мы смотрим, если в этом радиусе у нас есть не меньше, чем n samples, ну или min samples не меньше, чем min samples э, других точек, то тогда эта точка центральная, ну или внутренняя. И типа с ней все хорошо, она принадлежит там к кластеру n, и все эти остальные точки тоже принадлежат к кластеру n. Мы пойдем, пройдем в каждую из этих точек, ну вот, ну, там раз точка, два точка, три, четыре. Допустим, у нас min samples равно трем, а у нас здесь четыре, все хорошо. Эта точка внутренняя, эти точки пока что еще непонятны. Заходим в каждую из них, опять расчерчиваем окружность, опять ищем нужных соседей. Если нашли, то снова эта точка внутренняя. И она просто объединяется в один кластер. Все, они внутри одного кластера n. Вот. И дальше. Если у нас у точки недостаточно соседей в радиусе, то есть у нас три, а здесь только два, то тогда эта точка объявляется краевой. И из нее теперь дальше мы уже никуда не идем. Все. Это она как бы с краю кластера, грубо говоря, завершает его. И если, наконец, у точки в радиусе вообще ноль соседей, эта точка ни с чем не связана, то есть вот, опять же, мы не пришли в эту точку, то есть вот отсюда мы идем, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, и в эту точку мы как-то пришли. А в эту точку мы никак не пришли, и у нее нет соседей, или недостаточно соседей, то есть меньше, чем нет, у нее вообще нет соседей. Да, у него вообще нет соседей. Эта точка объявляет шумовой. То есть эта точка нам не нужна, она портит нам данные. И получается, мы разменяли один гиперпараметр, количество кластеров, на два гиперпараметра. Это радиус поиска и количество минимальных соседей, чтобы точку объявить принадлежащей кластеру, по факту. Ну и вот у нас есть какие-то кластеры, которые мы-то нам обучили 15, сколько там было. Здесь было. Ну, здесь вот было сколько? 15, 14 штук кластеров. Ну, вот они у нас здесь есть от Каминса. Берем DBScan. Это функция просто, чтобы раскрашивать циферки. Что мы делаем? Идем по возможным значениям Epsilon, и идем по возможным значениям MinSample. Вместо GridSearch на самом деле мы это делаем, потому что тут двумя циклами тупо проще. Берем DBScan, подставляем в него гиперпараметры, фитимные на нашей выборке изначально, вот те самые три кластера. Дальше берем количество кластеров просто через уник количество уникальных цифр, вот здесь вот получившихся. То есть у нас здесь будет просто такой же массивчик. Для каждой точки номер кластера. И мы просто смотрим, сколько там уникальных значений. И раскрашиваем. То есть для каждой точки определяем цвет. И рисуем. Ну вот и получается что? Вот мы наращиваем потихонечку minsamples, и у нас получается вот типа раскрашивается в ноль цветов, здесь ноль кластеров, один цвет, на самом деле, ноль кластеров, три кластера. Причем, заметьте, что здесь хоть и три кластера, но вот здесь два внутри, а вот здесь один. Вот здесь вот 59 кластеров, вот здесь вот дофига, вот здесь вот примерно столько же, и вот здесь, наверное, не меньше. В этом проблема DBSCAN, если мы возьмем Эпсилон побольше, то мы получим более правдоподобную картинку, то есть вот оно три кластера, и шум здесь не считается кластером. Но все равно вот есть какие-то шумовые точечки. Увеличиваем количество соседей, которые требуют, чтобы точка стала кластером. И теперь снова получаем вот он, один кластер, все остальное не кластеры, все остальное шум. Так, сейчас, ну давай появляйся. Идем так дальше. Видим, что вот здесь вот при эпсилон равным 3 получается довольно хорошо. То есть мы расширили радиус настолько, что в нем возможно найти э, какое-то количество соседей. Получилось клево. Типа вот это прям оптимально. Здесь дальше, если мы еще увеличиваем эпсилон, то слишком большой радиус становится. И теперь получается до какой-нибудь краевой точки вот здесь, для нее в этом радиусе 5% уже находится вот здесь, вот здесь вот и вот здесь вот min samples. И поэтому мы из нее перескакиваем сюда, и они в один кластер начинают входить. То есть слишком большой эпсион – плохо, у нас кластеры будут сливаться. Слишком маленький эпсион – плохо, у нас шума будет много, потому что э, точки в рамках одного кластера, которые там ну, разрежены, вот, вот, эти вот точки и вот эти, они на разном расстоянии друг от друга находятся. И мы вот, вот эти, например, не учтем. Хотя они, ну, по идее, должны принадлежать к этому кластеру. То есть надо находить оптимальный эпсилон. И MinSamples тоже влияет, не так, чтобы прям принципиально как эпсилон, но тоже все равно влияет. Вот. И в данном случае из-за эпсилон просто банально у нас уже появляется два кластера только. И если мы эпсилон еще увеличим, то получается теперь у нас все сливается в один кластер. Вот так примерно работает DBSCAN. Можно посмотреть на различия. То есть теперь я сейчас делаем Moons, вот эти вот штучки, Uh, и посмотрим, что здесь будет. Ну и очевиднейшим образом, вам уже по-любому Женя рассказывал, что эск... э, Каминс с такой выборкой справляется плохо. Почему? Потому что, ну, Каминс ищет центры. И он там скажет, что, не знаю, там один центр, допустим, вот здесь, и там вот эти объекты входят, а другой центр вот здесь, и вот эти вот остальные объекты входят. То есть нет такой возможности выбрать два центра так, чтобы вот эта дуга, и вот эта дуга вошли в разные кластеры. Потому что из центров будут окружности. И эти окружности, по идее, пересекаться не должны. А если мы выберем так, чтобы дуга входила, то у нас вот такая окружность будет, и она заходит на вторую дугу. То есть нет таких двух окружностей. Поэтому камин здесь, конечно, обкекается. Ну и, собственно, докажем это. А почему get colors не identified? Вот оно, get colors. Чё, в чем прикол что-то сейчас так типа в чем прикол кринж какой-то ладно да что такое что за мпл мпл а это моплот лип Капец, кто-то запарился. Это косяк. Косяк, судя по всему, эм, автора. Я надеюсь, что это вот так должно работать. А почему тут добыска не отработала? Здесь же вот вызывается get colors. Тоже кринж какой-то, конечно. MPL. Я же здесь нигде, да, MPL не импортировал. Модуль. Ну да, MPL. Вот здесь вот я только сейчас дописал. Почему отработала тут, а там не отработала? Что-то я ничего не понимаю, конечно, но ладно. Во. Ну, вот ровно как и ожидалось, что вот у нас один кластер, вот у нас второй кластер, типа окей. А вот DBSCAN с этим справляется. Подбираем оптимальные. Чего-то я не понял. У меня импорты почему-то слетели. Что-то фигня ничего не понятно. Вот эти варнинги, не обращать внимания, это у меня из-за этого. Это система, это переменное окружение, у меня там в ней стоит значение неправильное. Мне так надо просто. Так. Сработало. И сработало все. Я вот DBSCAN отлично справился. То есть подбираем правильный Epsilon и Min Samples, и у нас получается довольно хорошо. И при этом еще раз посмотрим на вот такую вот штучку. Здесь камин сделает ровно то же самое, что и раньше. Просто как-то отрежет какой-то кусок, половину условно от всех данных. И другую половину он даст во второй кластер. А DBSCAN справится отлично, опять же. Так, а это что касается добыскана? Тоже окей? Okay? Да, понятно все. Супер. И иерархическая, вот она вот как называется, собственно говоря. А в чем прикол иерархической кластеризации? Вообще, на самом деле, бомбезная идея. А давайте, ну, по дефолту. То есть, есть там типа есть подход сверху, а есть подход снизу. И вот лучше всего описывается подход снизу. До этого мы пробовали взять все данные и каким-то образом там не знаю центры разметить, перемещать центры, чтобы кластеры получились, или пойти из каждой точки посмотреть там что вокруг идет, это уже подход снизу. А теперь давайте а, выберем метрику, то есть а, иерархическая кластеризация очень она требует а, на вход какую-то функцию, которая меряет расстояние, метрику. Дальше мы берем все точки, эти все каждая точка это отдельный кластер свой. Мы берем и смотрим для всех точек, допустим, там их попарные расстояния. Берем точки с наименьшим расстоянием и говорим, что все эти точки две объединяются в кластер. Дальше. Теперь мы смотрим на... То есть этот кластер это теперь как будто одна точка. Дальше мы смотрим опять на все пары и снова объединяем одну из пар. И таким образом, так далее, так далее, так далее, мы попарно объединяем разные точки или кластеры, пока у нас не получится один кластер. И это офигенно. Офигенно тем, что в данном случае мы подаем только функцию для высчитывания расстояний. А ее-то мы гораздо лучше можем задать, нежели чем Epsilon, там, min Samples или NClusters. Рекомендуется расстояние ворда. Артем, Артем, а можешь а? еще раз цепочку пояснить, как работает? Я чуть то Именно нас сначала. Давай я наверное, еще нарисую. Давай. Так, ну рисую я, конечно, фигово, но попробуем. Так, ну вот у нас есть какие-то точки. Вообще даже не важно, как они сейчас расположены. Нет, да хотя давай сделаем по-нормальному. Давай сделаем, что у нас там есть несколько кластеров. Тогда уж. Вот у нас там есть. Вот кластер один. И здесь точки. А вот кластер второй. Здесь точки. И вот кластер третий здесь тоже точки. Что делает о, иерархическая кластеризация или agglomerative clustering, как у нас здесь он будет называться? Вот фиолетовым цветом будем делать, короче. А каждая точка это отдельный кластер. Вот мы с этого начинаем. То есть сколько точек у нас здесь там, не знаю, тысяча точек. У нас тысяча кластеров на старте. Дальше мы смотрим на каждой пары точек то есть смотрим, не знаю, ну вот здесь вот, вот здесь вот пара точек, вот пара точек, на все возможные пары смотрим, и мы передали алгоритму метрику, то есть как считать расстояние между двумя точками. Мы эту метрику, эту функцию применяем к каждой паре и смотрим, находим расстояние. Берем пару, у которой эта метрика наименьшая. То есть точки, которые по, нашему, по нашей функции ближе всего друг к другу находятся. И мы эти точки объединяем в кластер. То есть теперь это не две точки, а, грубо говоря, одна. Это кластер маленький. Теперь у нас не n кластеров, а n-1 кластер. Дальше следующий шаг. Мы для всех точек попарно делаем, а вот для этого кластера со всеми остальными точками. Мы вот используем нашу функцию, то есть наша функция подразумевает, что она не только для двух отдельных точек, но и для двух кластеров работает, для двух наборов точек. Сейчас посмотрим на эту функцию чуть-чуть ближе. То есть мы смотрим на расстояние от этого кластера до, до всех там остальных точек. Например, не знаю там до чего. Ну, вот до этой точки. Говорим, это наименьшее расстояние. Все, объединили это в один кластер. Теперь n-2 кластера стало. И так далее. И вот здесь мы там две ближайшие точки объединим. Вот здесь две ближайших. Вот здесь потом объединили кластер, кластер из двух точек с одной точкой. Там вот здесь потом объединили, здесь тоже объединили. И таким образом мы на каждом шаге нашего алгоритма убираем од один элемент. То есть мы две точки или два кластера соединяем в одно. И так до тех пор, пока у нас не останется вот такой кластер. И это наша цель. Наша цель получить как бы разметку того, какие точки когда вошли в один кластер. И дальше мы сейчас глянем, собственно, как, как с этим работать. Что за расстояние ворда? Расстояние ворда, оно как раз-таки очень хорошо применимо вот к, к той картиночке. Мы смотрим на э, изменение суммы квадратов расстояний объектов до центров кластеров. То есть, вот что за первый компонент? Первый компонент – это мы смотрим на точки в двух кластерах. Все, у нас два кластера. Вот они у нас. И мы смотрим для каждой точки из этих двух кластеров, находим, то вот для этой находим э, вот это вот число. Это квадрат отклонения точки. То есть берем вот из этого, вычитаем, не знаю, вот это и возьмем квадрат. Это расстояние точки между, друг, от одной до другой. Вот. Суммируем все возможные расстояния вот от этой точки до всех остальных и так дальше. Вот. Только здесь, в данном случае, не до, не до всех остальных, а до центра. Вот он, вот, центр. Вот. вот от этой точки до центра. А мат этой точки до этого центра. Это вот кластеры А. Это Б. Вот здесь вот расстояние от всех точек кластера А до центра. Кластера А. Вот он, центр. Вот здесь расстояние от всех точек кластера B до центра кластера B. А вот здесь вот, здесь я уже нагромоздил много, надо потереть. А вот здесь вот мы смотрим на расстояние от всех точек обоих кластеров до их некого взвешенного центра. Вот до сюда. Ну и получается вот такое вот расстояние. И вот, типа, почему вот такая формула, почему мы вот из такого расстояния вычитаем вот такое расстояние, и почему это должно быть хорошим чем-то? А, потому что, ну, вот, вот у нас ситуация, когда вот они у нас э, два кластера. Возьмем те же самые в точности кластеры, вторая ситуация, считаем, что я то же самое рисую. А, и подальше их друг от друга расположим. тогда у них общий центр вот для этого компонента, из чего мы будем вычитать числа, он будет где-то здесь. И расстояние от любой точки до этого общего центра будет большим. Поэтому и вот все это число будет большим. Потому что мы из большого вычитаем, как я сказал, это то же самое. То есть вот это А перешло вот сюда. То есть это то же самое. Значит, вот эта компонента осталась одинаковой расстояние вот от любой из точек этого кластера до центра у нас каким было, таким и осталось. Вот здесь тоже в этом B такие же расстояния, вот они, вот эти, от любой точки до центра. Но вот эта компонента изменилась, она стала больше. И поэтому мы на выходе получаем больше число. То есть вот этот вариант выгоднее, то есть у него меньше вот это вот расстояние, чем у этого. Поэтому, если бы это было на одном, на одном фоне, то есть это четыре кластера, просто два одинаковые, попарно они одинаковые. Просто вот у нас там на одной и той же картинке, тогда мы бы вот эти два объединили между собой, вот, в один кластер. А вот эти объединили бы там на, на следующем шаге. Вот в чем интуиция вообще, в принципе, расстояния Word. Окей? Okay? А получается расстояние ворда, оно как бы зашито внутри как раз э, э, вот этого иерархического как бы, подхода, правильно? Оно нет, как нет, нет. Считается... Uh, нет, его можно использовать uh, где угодно. Это предлагаемая нами фор... ну, это формула, которая рекомендуется, ее часто используют, вот. Mm -hmm. То есть ее, в принципе, можно использовать и в других, вообще в других задачах, в других алгоритмах. То есть мы их пользуем, чтобы понять, как, как, как оптимальнее объединить в один кластер. Какие конкретно объекты, да? Ну, ну то есть вот ты показывал тип... там А, Б было, uh -huh. да? И в другом случае тоже А, Б, но расстояния между ними были разные. Да, но да. Мы да, хотели да. понять, какой из них лучше объединить. Да, вот у нас типа две картины. Вот, вот это вот первое, вот это А, вот это Б. Ну и там между ними что-то там у них внутри, какая-то фигня наполненная, два кластера. А вот здесь вот вот А, то же самое. Вот Б, тот же самый. И между ними расстояние больш больше. Вот здесь там, не знаю, X, а вот здесь вот 3X. И что получается? Если у нас вот это абсолютно одинаково, то есть А, вот этот, равен вот этому А, тогда у нас вот эта вот штука для обеих формул будет одинаковой. Вот мы в этом случае посчитаем расстояние ворда. И в этом случае посчитаем расстояние ворда. И вот эта штука будет одинаковой. Вот эта штука тоже будет одинаковой. У нас кластер B такой же. И эта разница будет только вот здесь. И получается, что вот этот вариант, он оптимальнее. То есть зачем мы используем эту формулу в иерархической кластеризации? Чтобы решить, какие две точки или два кластера мы объединим в один. И в данном случае мы вот эти два кластера объединим в один. Потому что у них наименьшее расстояние ворда. Точно так же можно и считать для двух точек. Просто для двух, двух точек эта формула будет проще. Типа расстояние до центра между двумя точками. То есть это на самом деле вот типа вот точка, вот точка. И как эта формула будет применяться? Ну вот у нас это типа один кластер, это у нас другой кластер, и у нас вот этот компонент это расстояние вот отсюда до центра. Плюс расстояние отсюда до центра. То есть, по сути, вот это вот вся расстояние между ними ровно. Минус вот это и минус вот это. Получается... Получается... А, нет, нет, нет. Получается ровно, ровно расстояние. Да, все. Я тупой. Я затупил. Вот в, вот в рамках вот этого компонента мы получаем вот так плюс вот так до центра между ними. То есть вот ровно длина вот этого вот отрезка, расстояние между точками. А вот, вот этот компонент это от точки кластера до центра кластера. Но когда одна точка формирует кластер, то центр совпадает с точкой. Поэтому это 0. И вот это 0. Поэтому расстояние Word а для двух точек даст просто расстояние между двумя точками. Вот. Как-то примерно так это работает. И нужно это нам все, чтобы объединить, чтобы понять, какие две точки или два кластера мы будем объединять. И таким образом, что мы делаем? У нас есть в эскальорне агломератив кластеринг, это та же самая иерархическая кластеризация. Мы берем это, типа плод эндограммы, это типа, чтобы нарисовать картинку красивую. Типа мы там будем брать Children, то есть это ребенка, следующее, следующее разбиение, и будем рисовать. Использовать будем функцию из SciPy, Dendrogram. Она просто вырисовывает картинку, которую мы ей подадим. Мы берем ирисы, датасет, берем иксы, подаем иксы в agglomerate clustering. Мы говорим здесь, мы хотим три кластера, но это не обязательно. То есть то, что мы здесь хотим три кластера, это фигня на самом деле это нужно для, для обратного ровно процесса. Сейчас поясню. Мы фитим модель и все, ну и рисуем. У нас здесь просто отдельная функция для рисовки. И вот что я имею в виду. Изначально у нас есть точки в датасете. Давайте выведем сейчас, кстати, датасет сразу, чтобы было понятно. Вот у нас датасет. Типа это какие-то фичи. Но в данном случае это просто точки на декар декартовой системе координат. X, Y. И расстояние между ними мы умеем совершенно спокойно искать. Но ну, в данном случае нам даже не нужно этого делать. Мы не вклидом пользуемся, мы пользуемся расстоянием борда. И каждая точка – это отдельный кластер. Мы… Да, откройся ты, пожалуйста. Во, все. На первом шаге мы объединяем две точки в один кластер. Дальше. Потом хоба. Потом еще хоба потом еще о чем и где вот здесь и вот так далее и вот эта дендрограмма она отрисовывает то как разные точки в какой момент они переходили а вот это вот все вот, по шкале y это по моему как раз таки расстояние функция и теперь что мы можем сделать почему это круто почему этот метод крутой пока что ну типа кажется ну как будто бы типа где таблетки не выпил типа ну, ну и что но а... Пользуясь такой реверсивной логикой, когда мы объединяем точки попарно, мы можем получить любое желаемое количество кластеров, которые кучкуются по заданной нами функции расстояния. То есть, допустим, вы хотите получить сколько? Сколько кластеров вы хотите получить сейчас в данный момент? Не знаю, давайте 5. 5 кластеров. Что нам нужно сделать? Нам нужно взять и выбрать, на какой моменте, вот на оси Y, мы сделаем отсечку. И давайте вот сделаем отсечку примерно где? Примерно вот здесь. Все. У нас получилось 5 кластеров. Вот он у нас. Раз. Два. Три. Получается 4. И 5. 5 кластеров. Захотите, не знаю, 10 кластеров, без проблем можно найти отсечку. И вот мы там передаем N-кластер, чтобы отсечку не искать самим. Потому что ну, это уже алгоритмическая задача. Это несложно сделать. Типа окей. Поэтому мы говорим: мы хотим 3 кластера. Ну и вот он нам оставляет момент, где у нас здесь будет три кластера. И три кластера у нас будет, если мы вот так вот сделаем. Вот. И у нас здесь будет раз, кластер. Вот у нас два кластера и вот у нас три кластера. Вот в этом прикол иерархической кластеризации. А вот у нее получается из гиперпараметров только вот эта сама функция, которая считает расстояние. Да, основной у нее гиперпараметр это то, как мы будем считать расстояние. Ну, типа, мы можем глянуть, что у нее еще есть в эскалерне. Я, честно говоря, не помню, что у нее еще там есть. Вот оно, количество кластеров. Uh, ну, это типа, чтобы найти, окей, okay, это не то же самое, что в комменте. Это уже потом, после алгоритма, мы найдем эти пастеры. Mm, вот метрика. По, по дефолту она Евклидова. Uh, вот оно, Word расстояние как раз-таки. Mm, memory это, видимо, чтобы. Ну, и чтобы кэшировать объекты, чтобы не пересчитывать. Connectivity, uh, Connectivity — это сейчас дальше посмотрим. Ну, вот linkage uh, это критерий. Is which distance to use between sets. А, ну чтобы. Окей. Okay. Вот это между uh, use to compute. Uh... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, здесь просто есть разделение. Linkage это вот как раз-таки та функция для того, чтобы считать расстояние между точками а метрика агрегирует линкеджи. Все. Вот, типа не стоит на эти париться, для Word а все равно доступен только Евклид. Поэтому и забиваем на это дело вообще. И говорим, что мы там используем Word и Евклида. Ну, типа вот здесь просто выбираем, что хотим. Ага, а получается в целом иерархический алгоритм, он как бы все возможные, все возможное количество кластеров Грубо говоря, предоставляет. А дальше нам уже можно выбрать. Ну на да, данных, то есть. На данных вот сколько возможно кластеров выделить? Вот да, 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 да. Выделит, да. То есть он выделит, то есть, максимум, да. это вот у вас там тысяча объектов, вот он максимум 1000 кластеров выделит. Это самый это нулевой шаг, 1000 кластеров. Uh -huh. И дальше 999, 998 и так далее, до единицы. Любое количество от 1000 до 1 он вам даст на основании вот вашей функции, которую вы передадите для подсчета. Вот. И это само по себе уже круто. То есть мы начали с того, что у нас есть алгоритм, который вроде быстро работает, но требует, чтобы вы знали изначально откуда-то сверху, вам подсказали, сколько кластеров есть в ваших данных, а закончили на том, что у нас есть алгоритм, который вообще типа ему наплевать, сколько вы кластеров там хотите найти. Он вам сколько надо, сколько и найдет. Но и это, и это еще не все. Вы можете передавать ему информацию, этому алгоритму, как раз про коннективити. Вы можете матрицей сказать, что, а, не знаю, что вот этот вот объект, он вот с этим связан. Они похожи. Вот просто с помощью там есть специальные матрички. Сейчас глянем. Коннективити. Можно передавать. И что мы здесь делаем? Давайте разделим это на, пожалуй, кусочки, чтобы было нагляднее. Вот у нас есть какие-то данные. Что это за данные? Ну, у нас здесь есть XY. x, y. x это вот, опять же, просто какие-то наборы из двух координат. y это у нас ответы, судя по всему. А, нет, 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 y это входит уже в x, все, у нас только x есть. Дальше, что у нас есть? Берем мы модуль э, из ближайших соседей, эскалерновских, модуль, который нам посчитает связи по соседям. Он, он представляет нам sparse матриц э, to dense. Это вот коннективити матрица. Давайте посмотрим э, на самую на самую первую строку. И вот самая первая строка это какие объекты э, связаны с другими. Как первый объект связан со всеми остальными. Вот, вот. Первый объект со всеми остальными стал сам. И там должно быть сум 30, э, там не знаю, «unique». Нет, np-unique должно быть раз в TNPRay. А, и здесь будет E. Э, а почему так? Интересно. Непон. Ну ладно. Непон, конечно, но... Э, а если PD-сервис... Сейчас я хочу показать, какие там значения будут, но искать их долго. А, у меня еще и за время выходим уже, блин. Ну, я технически. Ладно, хрен с ним. В общем, это просто матричка, которая, типа, знаете, как матрица ребер в графах как их задают, когда, типа, первый компонент графа связан, и по столбцам дальше все остальные компоненты. И вот с какой связан, там будет единичка стоять. Вот то же самое. Вот здесь мы создали эту матрицу. И дальше мы что смотрим? Мы смотрим, типа, мы либо ее передаем, либо не передаем. Смотрим количество кластеров, либо 3, либо 30. И просто рисуем, что нам выдаст агломеративная кластеризация или иерархическая, если мы подадим туда там, Word, Average, Complete расстояние, если мы будем подавать или не будем подавать матрицу, и количество кластеров. Ну и сейчас глянем на это все и, собственно, поймем. А, сразу а, расстояние Word мы уже посмотрели в Linkage параметре. А, average – это просто среднее расстояние между всеми объектами двух кластеров, то есть просто берем два кластера, и вместо того, чтобы вот это вот хитрое вот расстояние до их общего центра, до центра, просто среднее расстояние между всеми ними. И комплит – это максимальное расстояние между всеми объектами двух кластеров. То есть берем два самых дальних, и это вот расстояние между двумя кластерами. Вот. Это типа альтернатива расстоянию Word. Ну и вот смотрим, если мы не используем connectivity и говорим 30 кластеров, то, в принципе, получается везде цветаста, какое бы мы расстояние, функцию для расстояния не брали. Если мы берем три кластера и говорим, что ни, никакой коннективити нету, то типа получается тоже довольно-таки банально, что ли. Типа, если average, то вот так вот. Если complete, то вот так вот. Но все равно типа выделяются какие-то не очень интуитивные кластеры. И для расстояния ворда этого красивого и приятного и прекрасного тоже как бы непонятно. Вот. Добавляем коннективити, делаем 30 кластеров. И получается так, что теперь у нас три, хоть и 30 кластеров, но вот помните, что вот здесь вот, типа, как будто равные промежутки. А вот здесь они нифига не равные становятся. Это именно из-за того, что начинает учитываться как раз-таки вот это коннективити. Какие точки с другими связаны. То есть близко друг к другу находятся. И вот мы начинаем это учитывать. Word, ну, хуже всего это учитывает. И если мы берем три кластера, то вот тут уже становится красиво. То есть теперь мы учитываем, и у нас теперь нету того, что у нас здесь как, как пирог. Типа вот так вот выделили. Нет. У нас теперь вот идет оба, вот такой кусочек, вот такой кусочек и вот такой. И это именно то, к чему мы и стремимся. Вот это именно то, чего мы хотели бы видеть. Вот здесь раз кусок, два кусок, ну и вот три на кончике. И вот здесь то же самое. И вот это вот уже кайфово. Капец. Типа мы объединили иерархическую кластеризацию и какую-то дополнительную информацию сверху про устройство нашего пространства. Ну и здесь еще есть там дополнительное сравнение того, как они работают. Фу. Affinity. Это, видимо, старая какая-то старая версия используется. Где у нас здесь affinity вообще есть? Я чуть не понял. А, вот она. Ну, давайте дропнем ее нафиг. и Все. Да что такое? Да и... что за фигня? S-Type int, int 8. Фиг с ним. Ну и вот оно началось. Это вот все, это вот просто тупое обобщение того, о чем мы говорили, что вот у нас есть разные виды кластеризации, и они справляются с разными задачами по-разному. То есть агломеративная кластеризация не всегда такая топовая. Наверное, если ее поднастроить, хорошо поднастроить, то получится хорошо. То есть вот даже вот в этом случае кажется, что есть там коннективити подключить, Uh, если, ну, а ну все, коннективити, да, мы больше ничего там не выбираем, собственно говоря, ну и функцию расстояния еще хорошую там того же Word а взять, то кажется, как будто бы можно достигнуть вот похожего результата, но даже без шума. Но такой типа месседж, общий посыл в том, что каждая кластеризация хороша по-своему, каждый метод. Там Каминс быстрый и выделяет там облачка, DBSCAN не быстрый, но зато, не, зато там требуют совершенно другие гиперпараметры. То есть просто берет и так э, рассасывается по всей выборке. Агломеративная кластеризация, она там тоже идет снизу вверх. И еще там что-то еще прикольно учитывать может. И сколько угодно кластеров выделить может. У всего свои приколы и свои недостатки. Ну, здесь вот в конце вам там, типа, берется датасет э, по России и реализуется свой внутренний, свой комминс, как я и говорил, вот здесь вот всякие пересчеты, все делается. Ну и вот здесь вот, типа, пробуют кластеризовать. И еще и вот, типа, сегментация делается. Ну, не сегментация, типа, детектс. Нет, сегментация. Ну вот, типа, приколы такие. Короче, как-то так. Сорян, что я вас задержал. Пуф. А что, есть? Можно над... вопрос? Да, можно. Вот мы еще на лекции затрагивали тему тематического моделирования. И я вот что-то не очень понял. А, короче, ну, тематическое моделирование, оно в чем заключается? То есть у нас есть какой-то документ, мы выделяем там темы. Мы там потом... По -моему, а? По-моему, в эскалерне есть. Говори, говори. Я вот не понимаю, он получается, алгоритм сам определяет, какие темы в тексте. Мы же их, получается, не сдаем, мы сдаем только количество тем, правильно? Нет, по идее алгоритм сам определяет. То есть вот самое классическое – это LDA для как раз-таки тематического моделирования. Ну, И да. там есть жесткие предпосылки. То есть у меня сходу сейчас я не смогу открыть, но там типа есть штуки, сейчас бы не кринжануться, что у нас есть там жесткие предпосылки, что у нас есть тексты, ну мы рассматриваем обычно вот в этой связи тексты, и у нас там типа текст, а, это там что-то там из слов, там words, а слова, да, нет, подожди, тоже тексты, это что-то там из топиков, там не знаю, cool. и мы накладываем на это все предпосылки какие-то, а дальше мы проводим а, тоже своего рода кластеризацию, просто совсем другую. А что значит из... предпосылки? М Предпосылки это, это то, что мы накладываем на наши данные. То есть подразумевается, что, что мы говорим, что те, каждый текст там состоит из слов. А, окей. Дальше. Каждый текст а, может быть посвящен разным тематикам. И мы это просто формализуем на самом деле. А, и из этого всего, блин, вот чтобы я мог бы найти... Сейчас, по-моему, у меня здесь где-то это было. Сейчас бы вспомнить. По-моему, в лекциях. Просто я к Жениным лекциям лучше буду тематическое. Блин, сейчас сдвину мышку. А, блин, да. Кайфово. Вот ни разу мне не висли pdf -ки. Ни разу. Блин. А. Ну что за говно? Ну бывает, да. Закон подлости. Сейчас. Сейчас короче. Да и блин. О, давайте еще раз попробуем. Что-то листается. Так. Ctrl F. И что, А что снова зависло? Ладно, тогда давайте там тематическую моделирование. Ну, не знаю, пусть будет LDA, да. Здесь должны быть где-то прям четкие пояснения, прям хорошие. Ну, где-то вот это вот это, типа алгоритм. Что вот у нас там все, есть параметры, мы инициализируем матрички, и дальше все считается, как будто бы кластеризация. А вот где-то здесь должно быть объяснение, что вот у нас есть там предпосылки реально. О, вот здесь вот лучше. Во, во, вот. Вот они, предпосылки. Вот. Порядок документов в коллекции не имеет значения. То есть тексты как, как угодно мы можем расположить. Дальше. Порядок слов в документе тоже не имеет значения. Это обязательная предпосылка, иначе сложно очень становится. Типа пофигу, какие, как слова набросаны. Просто вот именно само, сам набор слов важен, а не то, как они расположены относительно друг друга. Дальше. Слова, встречающиеся, часто в большинстве документов не важны для определения тематики, то есть слишком частые слова мусорные. Коллекцию документов можно представить как выборку пар документ слова. Каждая тема описывается известным распределением на множестве слов, то есть тема состоит из слов. Каждый документ описывается неизвестным распределением на множестве тем, то есть документ это не сколько-то там тем. И вот оно и там еще гипотеза некой условной независимости вот этих двух распределений. И вот из этого всего дальше выводится некая вероятностная модель того, как все это дальше будет распределяться. Ну и вот работает это как будто бы кластеризация реально. При всем при этом сама тематика изначально вами не задается. Вы говорите, что просто есть какие-то темы. И дальше алгоритм это тем, эти темы найдет. Он найдет документы, которые по набору слов похожи друг на друга, объединит их одной тематикой, и потом вы еще из этого алгоритма можете само название темы получить. Потому что слова у нас кодируются на самом деле там какими-то бэдингами. Ну, название темы изначально есть какие-то, да? А... Ну, как изначально пространство... их нет. нет. Изначально это... их не существует. Изначально у нас темы, это просто, типа, вот сейчас, где у нас? Вот, ну, просто, просто какие-то темы, просто, типа, переменные. Потом мы проводим кластеризацию. И в конце этой кластеризации, ну, грубо говоря, назовем это кластеризацией, и, наверное, вот прям адепты м алгоритма и всего такого меня бы сейчас, конечно, загрызли. Но вот как будто бы кластеризацию можно это воспринимать. В конечном счете у вас будет просто картинка, что у вас есть там какие-то документы, Раскиданы. и они объединяются в какие-то группы вот группа вот группа там вот группа вот группа вот группа и вот документ вот здесь он принадлежит там к нескольким темам вот к этой теме вот к этой теме там к этой к трем темам а откуда и берутся уже? названия тем так, откуда... и вот когда уже все произошло когда кластеризация уже произошла, мы можем посмотреть, а какая тема объединяет документы в получившемся кластере. Вот есть такая возможность. Mm -hmm. То есть библиотеки предоставляют такой способ э, посмотреть, грубо говоря, какая у них тема. А -а -а. И даже получить ее некое словесное описание. То есть слово, допустим. Ну, просто как будто какая-то вообще магия, что ли. То есть... Ну, вот... Э вы не были на МО1, я, я слился с МО1, честно скажу, а поэтому я тоже как бы такой типа, ну, на МО1, там. ну, это на МО2 приходится, я му Вот это, это прям вообще плохо, это прям страшно. Но вот с помощью вот этой вот штуки, ввода дополнительной переменной, что-то сначала ввели ее, потом вы интегрировали ее, и вот получили там немножечко небольшое изменение. И таким образом мы там что-нибудь э, крутое описываем. Э, да, вот что-нибудь крутое мы таким образом описываем. И вот с помощью вот такой, ну, по сути, почти что магии, мы вот и приходим к тому, что тематическое моделирование работает. Вот. Okay, wow, то есть это, это сложная тема. То есть ее можно объяснить, там, наверное, Женя вам там что-нибудь простое показал. Но вот прям то, как она в реальности работает, как вот uh, Latin Directly Allocation работает, это прям тяжко. Прям сильно тяжко. Ну, и вот вы можете посмотреть на то, какие у нас здесь изначально есть гиперпараметры. Там количество топиков, ну, типа количество кластеров. Это какой у нас здесь прайер Просто. Ну, это просто число. Тоже прайер для топиков. Тоже неважно, просто число. Вот. И никаких названий мы здесь не вводим. Все само находится. И выдает он компоненты экспоненты, batch, uh, feature names, типа name of features. Uh, так, prior, но ну, это уже измененный prior. Ну вот, а вот здесь вот я не уверен, что из-за скалерна можно получить название, прям не уверен, честно скажу. Вот здесь вот он как будто бы выдает прям просто числа. Типа feature names out. Трансформер. Output 3 Features. Then the feature names out are класс name 0, класс name 1, класс name 2. Ну, не знаю, вот что вот это вот означает прям точно. Типа, то это название кластеров или нет. Похоже, что нет. Похоже, что типа были фичи на вход и фичи на выход станут. Плюс-минус такими же. Можно глянуть в сорсе. Check fitted, get feature names out, и он как-то определяется. А, оно в Utils вообще validation. Ой, какой ужас. Utilis. Uh, где здесь validation? Я не вижу здесь validation. Что-то фигня какая-то. Uh, так я не вижу validation. Ладно, короче. Кажется, что эскалер не возвращает, короче, название топиков именно. Можно, конечно, там что-то еще почекать, но я точно знаю, я видел, как буквально чел один в статье научной, он типа делал... Он брал какую-то тематику и смотрел то, насколько эта тематика покрыта. И он брал очень много разных статей, парсил. Из открытых источников. И потом делал типа тематическое моделирование, как раз с помощью LDA. И потом в дальнейшем он доставал названия топиков для кластеров, получившихся. И вот эти названия выводил. Но, честно говоря, я не помню, как он это делал, прям точно. Я просто знаю, что это прям точно можно сделать. Потому что я сам видел, что человек чел так делал. Вот. Как-то так, короче. Что, если больше нет вопросов, то, наверное, можем расходиться. Все, спасибо, пока. Ага, всем давайте, все, пока.